У нас, здравствуйте, у нас во дворе вот старые акации. Они есть деревья, которые цепляют крыши, чтобы не сдвигало шифер. Жек дал добро, чтобы обрезать крону, чтобы не цепляло крышу. А посмотрите, что делают. Обрезают полностью деревья, оставляют вот такие голые столбы. Уродуют полностью двор. Сейчас позвонили Жек. Нам должны перезвонить и сказать, что здесь происходит. На углу дома стоит орех, который именно цепляет шифер. Его не трогают. А акацию все спилили, оставляют столбы. Просто столб подерживает, даже не пенек, не под корень, а просто столб. Ничего мы не добились, звонили Жек. Нам сказали, опиловка деревьев, чтобы не касалось крыши. А они обрезают все. Всю крону обрезают. Вот видите, что оставляют. Это соседний дом уже поопиливали. Они говорят, что новые ветки будут расти. Если кто знает акацию, акация не дает новые ветки. Если так вот ее обрезать. А так поживем, увидим, как изуродовали двор. Вот видите, вам, надеюсь, заметно, что крона ореха цепляет крышу. Его никто не обрезал. Зато акацию изуродовали. Там, где, как говорят, аварийное дерево, лопнутый ствол. Этот лопнутый ствол так и оставили. Ветку сухую над крышей оставили. А так вот подстригают деревья. Посмотрите, что делается. Аварийную лопнутую ветку они оставили. Нам пришлось уехать. Посмотрите. Столбы плохо после бомбежки. Говорила, не трогайте деревья. Брежьте только то, что цепляет крышу. Плакать хочется. Сделать что-то для людей нет. Аварийную ветку, которая касается на крыше, не оставили. Хорошую ветку не обрезали. Дрова позабирали для военных, а все эти ветки оставили.